20 апреля хотел сделать обзор. Моя решетка разделительная от холодильников. Вот так сидят пчелы. Поднялись наверх. Вот здесь, в медовом корпусе, вот они лазают. Вот так выглядит. Работает. Функционирует. Заглянем немножко вовнутрь. Я еще не дымил, хотел их не спугать. Вот можно заглянуть. Трутневая рамка. Хорошо отстроили уже заметно. Вот так выглядит, засеяно, хороший расплод, тут уже хорошие ячейки. Матку я не вижу на трутневой. В течение лета на первое я оставлю, пускай первый трутень выйдет, а потом я буду этот трутень вырезать. Борьба против варроа. Сильная семья. Пасеку можно разделить. Половина хорошие, половина слабые. Тут такая медовая. Тут немножко блестит расплод. Ячейки засева. Ну вот там, а вот трутень. Эти рамки можно наверх будет поднять. Тут активно пчелы отстраивают. В середину поставить будет.